Всечестные отцы, дорогие братья и сестры Новороссийской епархии, обращаюсь сегодня к вам после очередного расширенного заседания епархиального совета, чтобы познакомить с результатами обсуждения важных вопросов, прозвучавших на сегодняшнем заседании. Основная тема – это борьба с коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, распространилась теперь уже на весь мир. Церковь не безразлична к судьбе своего народа, и именно поэтому священноначалие в лице святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода обратилось ко всем чадам Русской Православной Церкви наряду с усиленной молитвой о прекращении распространения инфекций не пренебрегать санитарными нормами. Следует заметить, что все то, что говорит святейший патриарх Кирилл и Священный Синод, не входит в противоречие с нашей верой, как об этом стали говорить некоторые суеверные и незнающие вероучения церкви люди. Ведь обработка дезинфицирующими средствами храма и богослужебной принадлежности и другие меры предосторожности в условиях все более усиливающейся распространения инфекции никоим образом не противоречат нашей вере. Также хочу заметить, что святейший патриарх, обращаясь после божественной литургии в храме Христа Спасителя, не запретил приходить в храм, а только лишь призвал воздержаться от посещения настолько, насколько это возможно, проявляя особую заботу о людях старшего поколения. Предстоятелям нашей церкви двигала исключительно любовь к народу Божию, ко всем нашим соотечественникам, а особенно людям преклонного возраста. Понять этот призыв, к сожалению, зачастую могут только те, которых уже коснулась беда, либо те, которые имеют чуткое сердце. Каждый православный христианин вправе принять для себя решение приходить в эти дни в храм или молиться дома. Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, отличая веру от обрядоверия и суеверия, сохранять благоразумную осторожность и исполнять элементарные санитарные правила. Старшее поколение, прошу отнестись с пониманием и не пренебрегать призывом святейшего патриарха Кирилла временно ограничиться домашней молитвой, в первую очередь ради любви к своим ближним, продолжая совершать молитву в домашних условиях. В истории нашего Отечества были гораздо худшие ситуации, но с Божьей помощью нашим предкам удалось их преодолеть и пройти эти скорбные периоды с честью. Прошу вас, дорогие братья и сестры, сохранять спокойствие, выдержку и уверенность, ибо Господь не попустит нам скорбей сверх нашей силы, но подаст нам свою благодатную помощь и поможет с терпением и пониманием пройти эти непростые дни. Сейчас идет время Великого Поста, время молитвы, размышления, а впереди Пасха, Светлое Христово Воскресение, когда вся природа обновляется, весь мир будет ликовать, и мы с вами, дорогие мои, встретим эти светлые дни обновленными, возмужавшими, умудренными и исполненными мира и радости. Желаю вам доброго здравия, крепости сил и благодатной всеукрепляющей помощи Божией.